We'll be right back.
Пока себе надо купить, пока игра грузит. Запуска. Хочу вот. Запуска. Одно из пойдет. Это связано. Тяжко. Сейчас. Одна основная. План, левый. Твой бутыл. Так, вот сейчас. Ну, сейчас выйду. Поговорю. Это вы. Ну, я это вы. Я никак. Качество. Мне нравится, как он. Я надеюсь, что-то делать так, что ходить. Пойдем за поддержки. Я, конечно, рассматриваю. Я хотел. А, что еще? Товарищ попросил. Значит, как паук, я не знаю. Так как там. Как вы это поступать? Ну, кстати, пользуешься. А где картинка? А, я понял. Тут не то. А, кстати, я не говорю, мне слышно. Да, я извиняюсь. Ладно. Давайте пойдем. Продолжим. Да, у нас на неделе было. Ай, а что я нажал? Я прям не помню. Сейчас посмотрим, что я нажал. Был на неделю РДР. Сразу озвучу. Будет две недели РДР. Человек попросил еще одну недельку этой игры. Ну, я не против. Я с удовольствием. Игра тем более красивая. Да. Игра классная. Только все, зрителей не видно сегодня. Наверное, устали. Сегодня вторник, рабочий день. Многие работают, кто-то учится, кто-то еще где-то. Так, я тут, да? О, у меня уже две эти ружбайки. Так, давай посмотрим, куда нам надо, во-первых. По пути, может, заглянем куда. Так, нам сюда надо. А что мы по пути можем? Blackwater, Strawberry, я не знаю, как правильно.
Так, а дайте заскочим сюда, может это... На мне висит долг, Мне бы рассчитаться с этим долгом. Подождите, а есть по пути другое место, где я могу? Я надеюсь, мне денег хватит, чтобы рассчитаться. А, вот есть у нас. Насколько я понял, это все делается на почте. Где моя лошадка? Лошадка. Лошадка скачет. Кстати, да, были проблемы. Я сейчас кое-где запускал чат на ВАЗде. Проблемы не устранились тоже. То есть я сообщение отправил, я его не вижу. А оно, оказывается, ушло. Я теперь понимаю, почему некоторые по несколько раз отправляют одно и то же сообщение. Это даже не программа дублирует, а люди пытаются написать. Вас.тв, прошу вас, давайте мы что-нибудь... Да. Да-да-да-да-да, ай-яй-яй-яй-яй. Вас.тв, техподдержка, администрация. О господи, о господи. Тихо. Ну ладно. Там что-то происходит, ладно. А что за штраф? Ага. Вот где-то еще 300 есть. Ух ты, у меня столько денег нет. Ну, давайте это расплатимся. И нас еще в одном... Надо мне деньги зарабатывать. Так, ладно. Айда, пошли. Да-да-да, лошадка. Сейчас мы... Беги, да беги давай. Ах ты, блин. Надеюсь... Давай быстрей! Давай быстрее! Да. Ах ты, блин! Да! Все, меня сейчас загрызут! Давай! Ай-ай-ай! Не успел! Блин! Не успел спасти! Да. Мне еще тренироваться, учиться, как здесь ловко все это делают. Я понял свою ошибку. Пробуем еще раз. Так, сначала проверим. Да что ж ты делаешь-то, подожди, сейчас. Урон, дальность. Ну ладно, будем пробовать, если что, его. Надеюсь, я спасу там человека, или уже не надо спасать. Жалко. Я бы сейчас это... Ух ты, ну, кстати, прикольная сценка была. Да, жалко. Накосячил, да-да-да. Кстати, а куда мы идем? Куда идем мы с пяточком? Большой. Ай, не туда я хотел. Да, блин, я вот сюда хотел. А-а-а! Это вот маленько вот то, что щелкаешь двойное, он сразу перелистывать начинает куда-то, и неизвестно, куда ставится точка. Мы скачем. Да, вот опять вас подтупливает, есть такое дело.
Ну, посмотрим, чем закончится наша переписка с техподдержкой. Не хотят они. Привет, дружище. Чё ты психуешь? Не психуй. Так, а что у нас здесь? Мне вот это вот... А, это просто, надеюсь, туман. Да, это просто туман. Ничего не видно. О, подожди, подожди, а что там? Неизвестно. Я люблю за это неизвестные места. А меня бац и завалили. Эй, подойди сюда. Ну пошли, пошли. Подожди, дайте. Да, подожди, да. Какой же ты это? Ну, я подошел. Здороваемся. Проблема? Никаких проблем. Наоборот. Но есть одна проблема. Но она у меня. Понятно, мне некогда. Нет, стойте, подождите. Уделите мне минутку своего внимания. Возможно, эта жизнь изменится навсегда. Вы наверняка слышали мое имя. Максимо. Вот как он сказал. Известный путешественник. Не слыхал. Обо мне много писали. Я однажды ужинал с вице-королем Индии. Я помогал в освобождении Южной Америки. Я покорял горы и переплывал моря. У меня было множество женщин. У меня было множество, да. Последние 3 месяца я провел в поисках сокровищ на американском фронте. Что-то чудесная страна очень напоминает Альмерио. Но завтра я отправляюсь на остров какой-то там. В японском архипелаге. Там я буду искать легендарный Токсиму Сафир, короче, легендарный. Ну, я рад за вас. Нет, нет, погодите. Видите эту карту? Она принадлежала шайке Джека какого-то. Они грабили банк по всей Америке до самой Калифорнии. Да, про шайку я слышал. Значит, про них вы слыхали, а про меня? Но согласно слухам, где-то здесь они закопали клад золота. Но забрать не успели, бла-бла, их убили. Они нарисовали 2 карты. Это первая, и она привела меня ко второй. Вам нужны только следовать по ориентирам. К сожалению, меня поджимает время, но я готов продать ее всего за $10. Для такого человека, как вы, учитывая потенциальную прибыль, мне кажется, там где-то это... А у меня есть $10? У меня есть... Ну, давайте, я потрачу, ладно. Ну, давай, попробуем. Мне кажется, он мошенник. Очень мудрое вложение, желаю вам удачи. Я ждал, в конце я придумал. Может, попал, может, нет. Давайте посмотрим. А, спускаться вниз, что-то там. Это на спуске, что-то там, да? Угу. Дать подумаем, где это может быть. Может, недалеко... Подождите. Это же, наверное, сюда? Подождите, там что-то стоит, красная метка. Давайте попробуем. Надеюсь, это будет да. Так, куда он делся? Ладно, лошадка, нас ждут миллионы, золото, богатство, женщины там и прочее. Дык-д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 ык, подскакали. Я надеюсь, так и есть. Это будет нормально. А! Ты ну, ты напугал, я думал, это волк. Дык-д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 ык. Дык-дык-дык-дык. У-ху! Опаньки, опаньки. Стой, 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 стой. У тебя проблемы? У меня нет проблем. Да подожди. Так, собака, уйди. Не травмируй мои уши.
Чё? Ага, но возможно не так много, как вы. О, нет, нет, не беспокойтесь. Возьмите несколько штук, возьмите пару пачек. Возьмите, спасибо. А зачем вам столько сигарет? Дальний путь отправляете, что ли? О, нет, ничего подобного. Мне нужны только карточки. Ясно. Сигаретные карточки. Они у вас есть? Да. Ну так, давайте. Карта... Да, да, я вам хорошо заплачу, вот. А, эти у меня уже есть. Я ценю в том, чтобы собрать все. Иногда я курю до 200 сигарет в день. Просто чтобы открыть там бла-бла-бла. В общем, он курит ради карточек. Ну да, было бы. Трепет? Ну... Что я получаю возможность... я потерялся, еще деньги. Это целое состояние, сэр. Состояние, да-да. Полный комплект в любой серии. Стоит целое там чего-то, вот взгляните. А вот здесь, таковы уродцы, да-да. При лестнице пустыни. Такие редкие. А я не знал, да. Сколько? Ну, сэр, все зависит от их редкости. Конечно. Ну, знаете, если вам удастся собрать там бла-бла, может, вы мне за них заплатите приемлемую цену. Отправляйте их прямо мне. Роберт, короче, я к вашим услугам. Ладно, мне пора бежать, это мой поезд. Разрешите меня, насчет моего предложения только полный комплект. Именно он обладает чем-то там. Бла-бла-бла-бла-бла. Ага, сигаретные карточки. Я понял. Вот. Открыть карту, чтобы отыскать сокровища. Вам в руки попала карта, на которой обозначено, где зарыто сокровище печально известное... Сокровище печально известная банда Джека Холла. Я, где зарыла сокровище печально известная банда Джека Холла. Откройте карту, чтобы искать сокровище. Давай. Охуенно иметь ее письмо. Не, ну допустим. Подождите, я что-то не понял. А мне куда идти-то? Еще раз. Билетный корт, охотник. Джека Холла. Может там как-то, подожди. Они обозначили ориентиры и подсказки, помогающие найти сокровища. Это уникальный предмет. Вот, нет, подожди. Какая-то деревушка там. Ничего не видно. Придется это. Так. Деревушка. Там холмы. И два этих должно быть. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, подожди. Ну, допустим, это. Давай попробуем сюда сползать. Да-да. Давайте попробуем туда сползать.
Так, ну, сейчас ночь, конечно. Да нет, как же это сделать? Как там закрыть? А, убрать я. Так. Здрасте, здрасте, извиняюсь, что так шумно вошел. Мне просто темно там. Скучно, неуютно. Можно здесь по... О, классно. А можно здесь? А все нормально, все свои. А эти в покер играют. А можно закрыть как-то дверь? Да. Эти играют. Нет, я не буду играть, потому что я в покер не умею играть. Так, дай-ка я так тихонечко зайду. Можно я закрою дверь? Ладно. Ой. Ну, ждем. Привет. Вот как бы сделать так, чтобы оно закрылось? Ладно. Бзззз. Оу! Собачка, перестань лаять. Это кабац, и пол руки нету. Давай, погладь собачку. Я пока попью. Что же это, что же то? У нас будет все равно. Ба-дам. А что это вот, вот это вот? Надеюсь, меня никто не увидит. Так, можно открыть? Нет, это прицеливаться. Выносливость, уровень 1, 7 уровень. У-ху! Вау! Давай, давай, давай. А это что у нас? Жалко. Ты чё, это, нет, а ты чё, на мою лошадку покусаешься? Hello, mister. Привет, мистер. Ну, ответь. Это как-то он... Ну, не знаю, по-моему, это у тебя. Here, Луна. Давайте пока луна поскачем. Давайте на всякий... О, это свинюшка. Свинюшка испугалась меня. Давайте на всякий случай приготовим ружье, пока луна светит. Где она там? Мне хорошо, я поскочу отсюда. Я не буду тянуть время. Надеюсь, волки не будут попадаться мне на пути. А, подожди, подожди. Оу. Есть. Готов.
Ну давай, блин. Когда перезаряжается, лучше отбегать. Меня опять убили? Да что такое? Да что же такое, а? Ну как же так? Давай. Так, готовься сразу. Так, давай. Где там? Не туда пошел, да? Лошадка, ты где? Где ты, моя лошадка? Вот она. Пошли, лошадка. Будем учиться, будем тренироваться. В итоге будем все банды там. А, бас, 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 налево, направо. Я в себя верю. Ну, правда, я не верю в себя. Ну, ладно. Будем надеяться все-таки. Так, пока поезда нет, давайте быстренько, давайте, быстренько, быстренько. Будем тренироваться, буду надеяться, что все будет хорошо. Давай, 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 беги, 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 беги. Сразу приготовь фрушбайку, да. Ага, награда 300 тысяч. Да. Ну давай. Тихо. Нет, лошадка, отбеги отсюда. А, сейчас он ее пояс еще убьет. Это очень мило будет. Давай отсюда отбежим, вот сюда вот. Да, зачем ты это сделал? Да, руку надо взять, точно. Привет, да не все нормально, все. Дай поговори. Приветствую, сэр. Ну, здравствуйте, сэр, да. А, все? Это все, что хотел сказать? Ну, ладно. А, там кто-то есть, жалко. А, подожди, можно же. Again, а, это... Я понял, клерк станции, ладно. Thank you for your help. Ай-яй-яй-яй, зачем ты так... А как бы туда наверх... А, вот как наверх забраться. Все. Да встань ты. Ладно, спускайся вниз, все, нам здесь делать нечего. Я? А может, повозку возьмем? Не надо отдыхать. О, да. Howdy there, friend. А, он увидит, да? Ну ладно. Давай это... Иди сюда. Давай. Туда, моя лошадочка, давай. Здесь нам не поживиться, нам придется какая дальше. Вперед! Ну, моя... Не понял. Подожди, стой, подожди. А, я сюда прискакал. Подожди, разворачиваемся. Вот, точно. Меня то место интересует. Здесь я не вижу кое-чего. Опаньки, подожди. Пообщаемся с тобой. Можно с тобой пообщаться, мужик? Hello, sir. О, ничего себе. Неплохой домик. Что мы можем тебе продать? Давай посмотрим. Так, это что? Оружейное масло. А, это автоматом продаешь, что ли?
Пригодно для готовки. Предметов или продать? Ну, предметы я не хочу. Герой индейки. Давай продадим, может, еще. Можно продать. Давай продадим. Приманка для травоядных. Ладно, продадим. Плохая, продадим. Мясо оставим. Ну, ладно, не буду тебя грабить. Ну, уже день. Так, так, давай смотри. Меня интересует... Знаете, что меня интересует? Почему я именно это место выбрал? Давай еще раз откроем. Охотник за сокровищами. А, не то. Не то. Б надо. Мне надо это... Рюкзак. Ага. Какой-то домик. Вот что такое? Вот внизу, по-моему, это подсказка. Какие-то горы. И там две... Заказка. Угу. Да, я не знаю просто. Подожди, это чё? Подожди, подожди. Я тут, давайте сюда. Это что у нас? Давай сюда. Что там? Так, не понял. Тихо. А там чё у нас? Что это? Это кто там? Беги, ай, прячься, прячься. Ну быстрее! Да, мне еще учиться и учиться. Это, оказывается, охотники за головами меня искали. Привет, привет, Фокси. Кстати, а что это такое вот по эту сторону? Потому что там ничего вроде не ставил. А, вот. Как это, что такое? Не, подожди, я этого не хотел ставить. Это же не я ставил. Что за метка? А, метка, метка. Убрать метку, да. Ну, ладно, не будем тянуть. Пойдем сюда. Это лагерь. Это мой лагерь. Лагерь где? Так, мы пойдем через... А как мы пойдем? Подожди, а где я нахожусь еще раз? Так и так, так и пойдем по ЖД пути. Стой, 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 стой. А, он уезжает, значит можно. Пойдем.
Па-п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 а-
В общем, мне надо много денег. Я хочу много денег. Пам-пам. Тогда. Подожди, я кого-то сбил? Да. Случайно так, бац, это освежевать, давай. Голыми руками, обалдеть. Что я взял? Мясо и гусиное перо. Еще перо. И животный жир. И что-то еще мне прибавилось. Аккуратнее. Эй, алло, ты что, пройти не можешь? Yeah. Mm-hmm. О! А, опять! Так, я вернулся в свой лагерь, скорее всего. И что это такое? Подожди, что это такое? Я не понял, что это такое? Непонятно, но очень интересно. Так, ладно. Я нахожусь в своем лагере. Артур, ох, Артур. А ты в отличном состоянии. Вот это да, сынок. Давай вечером повеселимся, насладимся жизнью. У нас будет вечеринка, возможно, только небольшая. Отлично. Там вернулся мистер... Давайте пить и веселиться. Только быстрее, долго ждать не пришлось. Девочек я пристру... Ну ладно, так. Мне надо сюда подойти. Так, не совсем понятно. Если что, он узнает, что ты Дрискол, он превратит что-то там. Ну, отлично. Благодарю Бога что, за то, что ты это жив. Давай... А, подожди, я хотел с ним поговорить, а он отказывается со мной говорить. Ну, ладно. Ладно, не буду мешать, конечно. Ага. Не совсем понятно. Ну, да ладно. Нет, здесь же мне что-то... Что-то он говорит, надо сделать. Ладно. Тут еда... Так, подожди. А где задание-то? А подожди, что это такое? А что это? А, охота за головами. Нет, не хочу. Увольнительный билет армии США. Настоящим удостоверяю, что Мэрион Уильямсон уволен с лишением прав и привилегий из вооруженных сил Соединенных Штатов за попытку убийства и неуставные поведения.
датировано 27 декабря 1992 года. Командир части полковник Гарольд Т. Ирвинг, 15-й пехотный полк. Угу. Есть что-нибудь? Убрать. А там еще что-то есть? Это, по-моему, одно и то же. Да, это одно и то же. Ладно. Forgive me now. Классическая речь Шона. Славно-славно, но как насчет чего-нибудь более приличного? Нам нужен праздник. И? Артур, потанцуешь со мной? Мисс О'Шей, dance with me. Давай. Я, правда, не умею танцевать. Конечно, но из меня танцор не очень. Весь у меня. Итог подвела. Итог подвела. Какой итог? Какой итог? С чем итог? Блин, ну да, вот чат, конечно, подтупливает, я согласен. Фокси, какой итог? Фокси, какой итог? Да, у меня чат не совсем корректно работает. Ну, ладно, он каждые 5 минут принудительно все равно. Танцевальная фигура, давай. Оу, я так умею? Ничего себе. Оу. Печально ухожу. Но у меня получается лучше всего. Хорошо, хорошо. Оу. Новенькое что-то, давай еще. Если они долго так могут танцевать? Если пойти там чай попить, погулять, сходить куда-нибудь. Когда они там закончат-то? Ладно, ну все, хватит. Все, молодец, спасибо, я пошел. Спасибо вам, мистер Морган. Не, не хочу бриться. Какой итог? Так. Что там такое? А, патроны. А, здесь патроны. Можем пополнять. Ё-моё, я ходил. Так, мне где-то какое-то сообщение пришло. Стрелы. Еще одни стрелы. Мистер Морган. Яблока свободские-то. Пастор. А, все, патроны закончили. Тебе что-то надо? Сейчас, секунду. И все, ЛП. Не, я не совсем уверен. А это продолжается. А, бухой опять пошел куда-то. Так, Цапа. А, Цапа, сейчас Цапа. Итог, итог, сейчас, секунду. Цапа, Цапа. Привет. 1 сентября, 18 декабря включительно количество просмотров, а? Количество просмотров фильма, а? Общее количество просмотров. Ничего себе. Ага.
Единственное, по WhatsApp, сегодня техподдержка тоже как-то сухонько по поводу чата отвечала, ну, обещали, конечно, разобраться. И по поводу партнерка как-то некорректно стало себя работать. Я попросил, и сначала пытались, ну, назовем так, морозились, потом сказали, что мы проведем эту проверку и вам точно скажем. Такие дела. Так, давайте пить. Так, вот здесь где-то здесь должно быть. Когда я был еще юнцом, я встретил девушку из старого Бордо. Так, так, по просмотрам я понял. Да что такое? Заказная история. А, сегодня будет самое первое. Я не помню, как фильм называется. Сегодня будет Marvel, кстати, на просмотр. Marvel. Причем Marvel. Мы начнем по порядку смотреть Marvel. Ну, то есть не каждый день, конечно, вот. Но сегодня самое первое, что из Marvel я знаю. О чем смотреть? По годам выпуска вот так вот. Тоже будем Marvel иногда включать по годам выпуска. Я вот решил такое решение принять. Давай. Что они тут делают? Что-то там, знаете, обнялись как-то. Дайте я еще возьму. Это что у нас? Это виски. Еще как напьюсь. Я как сейчас напьюсь. О, у меня уже поплыла голова. Пойду там что-нибудь еще выпью. Надо, кстати, закусить. Я вот сейчас что-то еще возьму. Бутылка чего? Вина? Вроде вино было. А, тоже виски. Давайте. А, вон там впереди еще что-то есть. Так. Взять. А кого он взял? А, закусить надо, да, кстати. Сейчас еще вот этого вот. Где тут? Уйди, да я тоже выпить хочу. Хоть не в реале, хотя бы в игре в зюзю упиться. Пиво. Гуль. Не совсем понятно. Вот там что-то алкогольное, что-то стоит, алкогольное такое, да. Давай, пиво, еще пиво хочу. Тебе без меня не скучно? Да, надо, кстати, запланировать, продумать эти моменты. О, у меня здоровье что-то улучшилось. Дайте я еще съем. А можно? Или я не могу уже есть? Я уже такой, пойду еще виски выпью. Кстати, да, надо продумать, кстати, да, вот это вот.
тех больше не отвечала. У меня сегодня обильная переписка с ними была, с техподдержкой, кстати. Сначала они все пытались морозиться, что у нас все нормально, это у вас что-то. Я им привел доводы о том, что это не только я, и есть еще люди, кто страдает. На что мне сказали, мы разберемся, все будет сделано. Ну, можно я вот этого съем? Не, надо продумать, а то я сегодня еще. Я еще с командировки приехал, еще немножко такой. Вот. Нет, так что. Надо периодически так заходить, да. Надо, да, каждый день заходить на стрим в комнату и вот периодически сидеть. Я плюс еще тестирую еще новый вид стрима потока, чтобы. Что у нас там по пропускам? Да вообще нормально. Чтобы не было проблем. Может даже получится, если получится, на более высокое качество картинку переключиться. Но это посмотрим. Это всему свое время. Так. А, я уже трезвый? Ничего себе. Угу. Подожди. Я что-то быстро протрезвел. Давайте я в Зюзю напьюсь. Это что у нас? Пиво. Пиво не хочу. Где виски? Виски. Хочу виски. Хочу в Зюзю. На-на-на-на. Давай, сядь. Ушла бобра. Не задержишься? Сесть. Я просто хочу, чтобы... Да, там я чувствую. А я буду пить. Вот, я буду пить, да. Интересно, насколько я сейчас напьюсь? Возьму-ка себе 7 кусочек. По-моему, кому-то очень хорошо. Алкоголь уменьшает выработку тестостерона. Тестостерона. Давай еще бутылочку. Там песенка кто-то поет. Кто-то о чем-то говорит. Да, по-моему, ничего не поменялось. А, здрасте. Нет? Ну ладно. Давайте еще 10 выпьем. Давайте пивком сверху, пивком сверху. И заставлял меня лезть в драку, и заставлял меня лезть в драку. Ну, песенка. Я пивун, конечно, тот еще. Несмотря персы... Но, смотрю, персу это не грозит. Все, всем пока. Пока. А что так быстро?
Ты на сегодня во мне не нуждаешься. Кто вам? Ну, кто тебе такое сказал? Я, кстати, сегодня предложение составил. Не помню, сколько, но сколько ты составил. Ох, 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 а теперь я чувствую, мне очень хорошо. Подождите, сейчас доползу до следующей банки, это ящика выпивки. О, как мне хорошо. Это что у нас? Пиво. Не, пиво не хочу. Ну ладно, пиво так пиво. В GTA там определенное количество выпиваешь, и все, в обморок, и все. Тебя потом где-нибудь находят на следующее утро. А какая прелесть, дай угадаю, либо списал, либо они не распространенные. Не, не списывал, честно говорю, это из головы все брал. Описывал, так сказать, выходной день, часть сегодняшнего дня описал. Вот, что-то из головы так, наобум такой, ну тоже из сегодняшнего дня. Так что не-не-не, я ничего не списывал, я честно это делал. Я хочу, я же хочу работать над собой, поэтому зачем я буду сам себе врать? Вот. Не знаю, насколько это грамотно все получилось, ну, проверишь, Так, ну что, я как? Я, по-моему, какой был, такой и остался. Ладно. Можно к вам присоединиться? Душе не стоит ни коварства, ни злобы. Давай пообщаемся. Ладно, понял, понял, все, 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 ухожу, ухожу, ухожу. Ради, все ради любви, Да? Нет, ну ладно. Окей, карандаши не приобрел. Я насчет рисования еще пока ничего. Надо заехать купить, да, карандаши. Вот. Не, бриться не хочу. Так, а где я могу поспать? Я поспать хочу. Во, тихо, где-то было, вот. Да стой ты. День. Нормально, мне это нравится. Так, ладно, я трезвый, я счастливый, все, где-то записка должна быть, вот записка. Какая-то записка, посмотрим. Ага, привет, привет. Дорогой Артур, я написал тебе это письмо, но я не успеваю. Это я, ты уже... да, я знаю, во время нашей последней что-то там и выйти замуж, сказала, что больше... Я не понял. Я много чего сказала от чистого сердца. Но теперь я не столь горда, чтобы не разговаривать с людьми. По крайней мере, была. Последние пару месяцев я жила в Валентайне. Мне до этого не везло, это долгая история. До этого мне не везло.
и не очень интересное, но сейчас я здесь. В городе я увидел девушек, или как там уж их можно вежливо назвать, которые раньше жили с тобой и твоими товарищами. Еще в городе говорили человек, который был похож на тебя. Я бы с удовольствием снова повидала с тобой, если ты готов уделить мне немного времени. Я снимаю комнату на ферме Чедвиков от севера к Валентайна. Съездим к тебе. Твоя Мэри Линтон. А посмотрите, тут такая. Что, съездим к Мэри Линтон? Так. Давайте почитаем. А так, можно... я написал... Дорогой Артур, я написал тебе это письмо уже 100 раз или больше, но оно все не выходит как нужно. Это я. Ты уже понял, что это я, увидев плохой почерк. Я знаю, во время нашей последней встречи я собиралась уехать и выйти замуж. И сказала, что мы больше не будем общаться. Я много чего сказала. И, наверное, сказала от чистого сердца. Но теперь я не столь горда, чтобы не разговаривать с людьми, которым я не безразлична, по крайней мере, была. Последние пару месяцев я жила в Валентайне. До того мне не везло. Это долгая история и не очень интересная. Но сейчас я здесь, в городе. Я увидел девушек, или как уж там их можно вежливо назвать, которые раньше жили с тобой и твоими товарищами. Еще в городе говорили о человеке, который был похож на тебя. Я бы с удовольствием снова повидалась с тобой, если ты готов уделить мне немного времени. Я снимаю комнату на ферме Чедвиков к северу от Валентайна. Твоя Мэри Линтон. Да, следующий урок у тебя будет по музыке. Готовься. Надеюсь, только играть петь не надо. Играть у меня лучше получается. Барабанить я умею. Так, давайте. Письмо от Мэри. Кстати, а ты кто? Давай-ка посмотрим. А, ты, надеюсь, не Мэри? Или ты Мэри? Фотография. Перевернуть. Читать. Беатрис Морган, Спринг Рок, 1870. Па-п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 а
Нет, оставим как есть, не буду переодеваться. Так, ладно, теперь смотрим. Валентайн, вот, это вот сюда, к ней. А вот тут у нас, тут еще одно задание. Давайте сразу его возьмем. Потом сходим как ее там, девушка, я уже забыл ее имя. Да, у меня с памятью вообще идеально. Так, это играть, да? Играть я не хочу. А ты у нас что-то ты хотел сказать? Давай поговорим. Пойти походиться. Я не знаю. Лошадь, пошлите мы эту девушку навестим. А, ты здесь у нас. Извиняюсь. Я тебя ищу. А ты тут, оказывается, стоишь. Все, давай. Пойдем к девушке, сходим. Как ее там зовут? Кстати, червяки Джимми принцессу зовут, как ее там зовут? Мэри Линтон, нам к ней надо. Почтение неплохо, уже не делишь, но на выдохе упражнения со свечей дочитываешь с перерывом. Понял, спасибо. Будем работать. А, сегодня я несколько страниц почитал с этими шариками, да. Но сегодня времени побольше, и я вернулся. Вот там приготовил, настроил, немножко почитал. Несколько предложений составил, то есть сегодня я успел, не успел тебя задавить, ну ладно. Спасибо. Смотрите, кто у нас. Бежим. А, это бандиты Дрискола. Ай-я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 й.
Есть, готов. Вот там еще один. Бежим! Давай быстрей! Готов. Отлично. Где там еще кто-то есть? Отлично. Давай быстрее перезаряжай. О, беги, беги, я тебя убьют. Давай, восстанавливай свое здоровье. Да-да-да, я понял. Да, восстанавливайся. Я не знаю, правда, как ты это будешь делать. Так, что это было? Я не понял. Меня же не убили. Подождите. Не совсем понял. Почему в Таркова так и не стреляешь? Почему в Таркове так и не стреляешь? Так там другая механика. Это вообще разные эти. В смысле так не стреляю? Я стреляю. Ну да, немножко механика другая. Я, может быть, сейчас я и так буду стрелять, потому что кто его знает? Вот скажем так. Это ж к этому. Здесь у меня тоже я стоял, меня убивали. Сейчас потихоньку. Стой. Ай. Ну ладно, живи. Кстати, лошадочка, ну-ка стой. Стой. Мне знаете, что надо? Милая моя лошадка. Так, это... Давайте вот так вот. Да, и вот так вот. Да. Садись. Садись, я говорю. Во, молодец. Поскакали девушку навести. А мне кто-то написал чашечку. Чего? Барабанить я умею, и не только. Именно вокал. Какой из меня вокал? У меня будет это... Медведь маленькая это... Не того. Так, секундочку. Классно. Тихо, я не это хотел назвать, это я зацепил просто это. Я просто зацепил, да. Пошли. А подожди. Тут что-то был. Что это такое? Ужас. Look on. Посмотри мою работу. Подожди, это что с ним сделали-то? Ужас. Не знаю, что я должна это сказать. Лошадка, пойдем отсюда дальше. Ужасная картина. Все, пойдемте дальше. Yeah.
got nothing better to do? Why are you doing this? А, им не нравится, что у меня оружие на в руках. Ладно, ладно, понял, понял, убираю. Вот они что, вот чего они напряглись. Уху! Давай дальше. Так, это у нас что? Давай. Подожди, сейчас подожди, подожди, зайдем. Бэк-бэк-бэк-бэк. Старая любовь 2. Это старая любовь 2. А где первая любовь? Старая любовь 1, где? Yes. Да. I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Я не хотел вас беспокоить. А мисс Линтон принимает гостей? Сейчас узнаю. Мистер Линтон, к вам пришли. Да. О. Hello, Arthur. Привет, Артур. Мэри. Мэри. Я. I heard you and your friend. Я узнала, что ты с друзьями здесь и... Okay. Понятно. Where's what's his name? Где, как там его? Он умер. Well, I'm sorry to... Сожалею. Yeah. Я тоже. Уже давно. От пневмонии. Да, печально. So, так значит, ты теперь вдова и приехала сюда, чтобы отыскать меня. Нет, все не так, Артур. Вот как. Ну вот. Тогда я поехал. Нафиг тебе. Я... моя семья... Мне нужна помощь. То есть твоя семья всегда смотрела на меня свысока, и ты хочешь попросить о помощи? Я о своем младшем брате. Джесси, ты мне всегда нравилась, по сравнению с остальными, ты всегда нравилась. Типа того. Наверное. Я не знаю. Он разбил папе сердце. А у него было сердце. Артур, не заставляй меня умолять тебя. Мои деньги, моя жизнь, да и я сам. Вы посчитали, что-то там мне жаль. Быстро. Нам очень нужна твоя помощь. Джейми поддался кому-то там, и это усомнительный... Короче, релик какую-то, секту. Они его убьют. Ты единственный, кого он слушает. Значит, принять вашу семью, это меня, семью, слишком. А прийти ко мне с просьбой спасти вас... Прости. Я не успеваю, извиняюсь. В общем, брат попал в какую-то секту, его надо спасти. Она просит его помочь. А он говорит, типа, ну... Как принять меня нет, а как помочь, то сразу. Джейми, ты такая чистая душа, Артур. Я потерялся. Ну, в общем, смысл-то в этом как раз. Артур, прошу тебя. Ты мне поможешь? В общем, надо помочь и брату. Ладно, давай. Мало ли, может, все-таки это как-нибудь дашь. Он недалеко от где-то там. Он видел Джейми. Просто верни его, Артур. Если найдешь его, приведи его ко мне. Хорошо, будет время. Как будет время. Я в долгу перед тобой. Я подумаю. Ты уже в долгу. Да-да-да. Так, ну что ж. Ух ты, как далеко ползти нам, а? Это что? Подожди. Временная лошадь? Ладно, мне не нужна временная лошадь. Мы идем туда. В общем, мы идем туда. Да-да-да-да-да-да. Вот такие вот дела. Да-да-да-да-да. А пойдем вот так попробуем сократить. Не получится, так обойдем.
У тебя, наверное, да. У тебя, наверное, да. Да-да-да. Это было не всегда. Да-да-да. А, не, мне туда. Вот этот дурак. Привет, мужик. Да все нормально, не ссы. А, бедная лошадка, извини. Дай пройду. Ладно, еще столько сена был. Уже попроще немножко. Давай. Я в тебя верю. Я в себя так не верю, как в тебя верю. А, туда, наверное, не получится, да? Ой, тихо. Ух ты, ничего себе. Тут какой-то домик. Ху-ху. Давайте заглянем, посмотрим, что здесь есть. Безяк, лекарство возьмем. Плитка шоколада, закрыть на всякий. Закрой ящик. Вот, молодец. Пока никого нет. Ага. Дорогие, так, что? А, там что-то еще есть? Перевернуть. Да, почитаем. Каймановая черепаха. Фауна Америки, карточка 11. Черная дова, короче, всякие животные. Так. Давай убрать. Дорогие сигареты. Сигарет, наверное, уже у меня максимум, поэтому да. Так, какая-то. Сигаретные карточки. Ну ладно, закрывать не буду. Здесь никого нет. И хотя возьмем. Игры. На эту субботу купить карандаши плюс пластилин. А, пластилин, да, точно, пластилин. Конфеты. Больше нечего взять. Крекеры. Ничего нет. Вот это я так резко ворвался. Так, здесь никого нету. Так, единственное, здесь никого не вижу. Ух ты, ничего себе. Ух ты. Ну ладно, готовить пока что ничего не хочу. А там, что? Так, там у нас. Ну все, пойдем отсюда. Не постараюсь не забыть. Та-та-та-та-та-та-та. Какая красота. Тихо. А, это дилижанс. Это дилижанс.
Алло, Мас Москвич. Так, впереди там горит костерчик. Ну давайте посмотрим, что за костерчик там горит. Уху! А, все, все, все. Незнакомец, так. Давай пообщаемся. Все хорошо, успокойся. Ах ты! Ах ты, на тебе! Но он сам виноват. $3. Он сам виноват. Я хотел с ним поговорить, а он это вот взял такое-то. Меня хотел ударить. Яблоко. Там что надо взять? Правда, не знаю, зачем я это делаю. Вот жалко, сжечь нельзя. Да, ну ладно. Ну ладно, пойдем. А, стоп, там что-то, что-то там было. Аккуратней. Другой обрез. Нет, не. А, не, изучить надо, изучить. Где там шляпа? А, вот шляпа. Шляпа. Возьми шляпу. Вот я в шляпе такой. Такой элегантный такой я. Я в шляпе такой шляпный. Тихо, я понял, молодец, хорошая лошадка. Умеешь тормозить. Давай, пошли вперед. Куропатка. Е-е-е, стой. Только... А, не сбилась куропаточка, ну ладно. Тихо. Стоп. Цапа. Да ладно. Проверка. Написание нет. Орфография, лепка, рисунок, кокол. Горки не прерывается, и доводы тоже. Я понял, принял, осознал. Да. Так. Тихо. Тихонечко. Тихо. Лошадка, тихо. Какая красота. Это кто сказал сейчас мне? А. Так, это что-то здесь валяется. Это кто сейчас сказал? Да пошли. Мне кажется... Эй, дружище, иди сюда, посмотрите. Он сейчас хочет мне что-то сказать. Как скажете? Я так считаю, зачем покупать табак, если можно изготовить его самому?
Ну давай. Если что, тут еще много осталось, а поэт, пожалуй. А, табак. А, его еще съесть можно? Ничего себе. Ничего себе, тут таб... Ну, ничего себе, я, правда, не понял, что это, ну ладно. Давай, да, попробуем. А, нет, стоп, стоп, отдайте по навигации, потому что через горы я не знаю, как он дальше поведет. Табаковед, я тебя буду называть табаковед. Табаковед. Стой, 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 стой. А, здесь пешком предлагает пройтись. Нет, я пешком, наверное, не пал. Да, лошадка. Ну, лошадка, давай иди. Почему ты не идешь? Вот, молодец. Давай сейчас потихоньку с разгона так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Это что было? Стой, 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 это чё, что сейчас было-то? Стой, лошадка, подожди. Я совсем, не совсем понял, что это было, но что-то это было. Не-не-не-не, а, ого-ого-ого-ого, я понял. Тихонечко, вот туда. Ничего себе, лошадка не может стоять. Где-то отсюда должно. Кто там надо мной ржет? Так. Так. На всякий случай, знаете что? Подожди. Давай на всякий случай бери. Все. Успею, надеюсь. Не больше, не меньше, чем новое слово теологии. Джентльмены. Вторая любовь 3. Защитный... Что-то там? Защитный панцирь или что там? Защитный панцирь, защитный панцирь. Могу я поговорить с мальчиком? Артур? Привет, сынок. Твоя сестра очень волнуется. Сэр, мальчик выбрал свой путь. Путь к истине. О, сейчас. Ну, его сестра хочет просто поговорить с ним. Артур? Я выбрал путь. Мальчик выбрал свой путь. Он выбрал спокойствие души. Понял. Сейчас я еще взгляну. Путеводитель. Давайте нерешительно сделаем. Наверное, я еще веду поиски. Все мы ведем поиски. Поиски — это суть чешуизма. Чешуизм. Созвучно с другим словом. Путеводитель. Так. Давай вот так сделаем. Вы безумец. И лучше бы я медленно читал. Вы всегда настроены так негативно и враждебно, сэр. Путеводитель чешуист. Ладно, давай. Я не очень культурный человек. Простите меня, пожалуйста. Я глупец в глазах своего брата, сэр, и рад этому. Я благословляю вас. О чем я мечтаю? Кто мои герои? Черепахи-глупцы. Черепахи, наверное? Понятия не имею. Черепахи? Да. Черепахи. Эй. Вы же любите черепах? Я тоже их люблю. Зачет. Черепахи. Вот тут подстегнул он их. Подстегнул, да.
Время, знаете, с 10 до 13. И принято, понял, осознал. Три часа. Если то... Я потерялся. Я не пойду с тобой, Артур. Идем поговоришь с Мэри. Ну, при... А, я знаю, что надо делать. Ну, все, ага, мужик. Ха-ха-ха-ха. Где ты там? Давай. Ай, беги. Бегем. Интересно, а почему не хочешь сестре вернуться? Интересно, это интересно. Блин, уйди! А ты сволочь. Уху! Ух ты, ничего себе. Давай. Yep. Ух ты, молодец, лошадка. Так, пока энергии хватает. Энергии пока достаточно. Давай. Прекрати, давай все обсудим. Я не должен тебе подчиняться, вроде что-то типа того он ответил. Ну ладно. Ну, Джейми, сестра за тебя беспокоится. Это мои друзья. Если не оставишь меня в покое, я тебя застрелю. Да брось, ты же не убийца. Ты не знаешь, кто я. Нет. Ах ты с... Что тебя смущает? 3 часа занятия? Нет, меня ничего не смущает. Я просто посчитал, сколько часов занятий. И еще ребенок? Я не говорил, что это как-то... Я просто посчитал, сколько часов занятий. Ей, бандит, оставь меня в покое. Я предупреждаю тебя, Артур Морган. Опа-на. Оставь меня в покое. Не надо, парень. Убери пушку. Артур, я тебя предупреждаю. Я больше не хочу жить. Малыш, просто успокойся. Оставь меня в покое. Блин, я не успел. Ага, я понял, куда стрелять. Я молодец. Пойдем к твоей сестре. Да. Ладно. Я не понял. То он его ненавидит, то он его любит. Обалдеть. Ну да, он просто под страхом смерти сейчас был. А, кстати, а почему? Он сам себя пытался убить. Непонятно. Вообще непонятно. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. А вы там с Мэри снова там того? Этого? A long time ago, son. Yep. Well, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know. Pam 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 pam. Давайте вот так вот сократим путь, попробуем. Не. А, нормально. Да. Да.
да. With the turtle. Shut up. All father kept telling me was, you won't amount to anything. Там, да. Я должен был спастись и больше не могу с этим что-то того. Ты уж извини, твой отец тиран и трус, не слушай его. Не смей о нем так говорить. Я буду так о нем говорить. Давай, передай ему мои самые наихудшие чего-то. Видишь ли, он прав, и я ни на что не горжусь. Ну ладно, это неправда. Расскажи мне что-то там. Не думай слишком долго. Яблоки, наверное. Яблоки? Да, я люблю яблоки. Хорошо. Я думал, плотницкого дела лошадей. Ну ладно. Тогда иди работать в саду. Так, сейчас. А зачем я тебя сюда вернул? Подожди, стой. Да, мужик, подожди. А зачем я сюда пришел? Не совсем понял. Подожди, Мэри же у нас живет. Подожди, где у нас Мэри живет? А зачем я сюда приехал? Мэри же... А где Мэри-то? Мэри! Ладно. Я сначала предлагали куда-то туда, потом резко поменялось маршрут. Ладно, хорошо. Боишься там что-то, бла-бла-бла? Привет. Да все нормально. Да подожди, не психуй. Да все нормально. Да подожди ты. Ладно, пошли, мужик. Да, парень, пошли. Ну что, заходим? Пошли давай. Джейми. Вернись домой, прошу тебя, ты. А еще кто-то говорил, что петь не умеет. Не умею. Мальчик мой, дорогой, там что-то идем. О, Артур. Спасибо. Хотя поцеловала бы его, ну ё-моё, ну... Он там ради тебя, а ты... Я. Ты. О, ты никогда не изменишь. Ну, началось, я это знаю. Вот началось, ты никогда не изменишь, а бла-бла-бла. Вот все они вот сюда, вот они так. Я чувствую себя слабейшим человеком в мире и полным идиотом. Эта женщина сбивает меня с толку и обводит вокруг пальца, как никто иной. Я надеюсь не выставить себя последним идиотом снова, но подозреваю, что так и выйдет. Выполнено задание «Старая любовь 3». Нам сюда. А как узнать, сколько у меня денег? 7 баксов. Так, мне бы зайти в магазин, ребятки. Это что? Охотник за головами. Это салон. Салон. Магазин. Пойдете в магазин. А, подождите. Мужик,
Все нормально, все нормально, все нормально. Нам новые неприятности не нужны. Началось. Привет. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Вот это вот. Так, начнем вот с этого. Так. Ну, этого не хочу. Так. Ага, это нельзя здесь продавать, я понял. А что здесь можно продавать? А, вот это что у нас? Молотый кофе, нет. Нет. Питка шоколадка. Шоколада. Бургон. Давайте баргон продам. Бренди. Так, мне бы он то барахлишко бы продать. Мужик, мужик, успокойся, успокойся. Я тебя все равно не понимаю. Это не то. Так, салон, салон. Может, тут можно где-нибудь? Здрасте. Эй, привет. Фокси, привет, ты попал. Так, ладно. Я надеюсь, это не два раза, это было один раз, надеюсь. Спасибо, Фокси. Привет, Алекс. Фокси через вас через раз работает, ё-моё. Так, нет, это аптека, нет, вот это что у нас? Подожди ты. А где я могу продать всякие вот эти безделушки? Салон. Здесь не покупается. Представление. Один? Один, ладно. Один. Сейчас вот это вот не. Ну, началось, Игорь, ну, началось. Все они такие. Вот это не понимает, что такое. Блин, надо винду активировать, она мне чат это... Где-то можно так чат это... Можно перенести секунду? Может, это? Я забыл, как переворачивать этот чат. Не то. Так, это можно закрыть. Секунду. А, на рынке, да? Один.
На рынке. Я не вижу там. А, добро пожаловать. На рынке. А где рынок-то у нас? Я понял. Рынок. А я хочу рынок. Где у нас есть рынок? А, вот. Но рынка я все равно не вижу. Или здесь рынка нету. На рынке, да? Так, лошадка, надо идти на рынок нам. Так, ладно, рынок это хорошо, но мне же туда надо будет. Так, здесь нет, здесь я... А здесь есть рынок? Но это неизвестно, пока я туда не доберусь. Здесь я рынка не вижу. А это что? Дилижанс. Давайте на... До дилижанса доедем. Да, кстати, сейчас доедем до дилижанса, узнаем, что такое дилижанс. Надо, скорее всего, вызывать такси. Вот, и потом... И потом мы пойдем. А, стой. Тихо. Где дилижанс-то? А, это ты дилижанс? Дилижанс, я понял. А, вот. Прикольно, я понял. Ну, на этой минуте, я думаю, мы... Привет, Алекс. На этой минуте мы... А, вот луна. Неполная луна у нас. На этой минуте... Не, мне темно, я не могу так. Я когда сам себя не вижу, я начинаю нервничать. Тихо. Лошадка. Не надо туда. А, то есть... А, ладно, пусть. А, здесь у нас свет есть, неплохо. Во, я такой, да. Давайте на этой минуте попрощаемся. Сейчас будем смотреть из Марвела самое первое, что вышло. Я сейчас не помню, я сейчас посмотрю по статистике, потому что я как-то вел летопись, зову так в кавычках летопись серии Марвела. Вот, сейчас вспомню, и самый первый фильм я запущу на стрим. Так, кто смотрел, спасибо. Кто... У кого не получится с нами смотреть до завтра, завтра продолжим проходить эту игру. Ну, не проходите. Вот почему я постоянно говорю проходить. Играть в эту игру. Играть и веселиться. Вот. А кто будет смотреть со мной фильм, да, то ждем. Минут через 5-10 я запущу. И будем смотреть, да. Все, давайте. Пока-пока. Пока-пока. И... Всего хорошего, всем добра.